Красноярском культурно-историческом центре «Успенский» установилась традиция совместной уборки территории. В таком субботнике принимают участие как сотрудники учреждения, так и волонтеры, всего несколько десятков человек. В этом году участники мероприятия уделили особое внимание отреставрированному недавно историческому зданию Летнего дома архиерея. Вместе весело шагать по просторам. Ну, так я скажу, как из произведения. Ну, да, вместе веселее, конечно, всегда. Когда весь коллектив, он наш, тем более, сплоченный очень коллектив, поэтому выходим все дружно, значит, делаем общее дело, делаем же во благо. Не только кому-то это делаем, а культурно-исторический центр непосредственно находится на территории мужского монастыря, поэтому мы делаем это в первую очередь для себя. Подобные акции культурно-исторический центр проводит, чтобы напомнить, что каждый из нас несет ответственность за чистоту того места, где живет и работает. В последние годы Успенский мужской монастырь и прилегающая к нему территория стали одними из излюбленных горожанами мест отдыха. При этом многие красноярцы оставляют мусор прямо на берегу Енисея. Сотрудники центра уверены, что уважительное отношение людей к своей истории сможет воспитать ответственность в подрастающем поколении. Эти акции всегда действительно наводят чистоту в прямом смысле, работают в области духовности, духовной культуры, призывая нас к тем истокам и к тем историческим памятникам, которые на нашей земле есть. Приводится в порядок, после зимы облагораживается территория вокруг уникального дома, объекта духовной культуры, объекта нашего наследия. В этой акции мы не только облагораживаем то место, над которым трудимся руками, но и очищаем себя духовно, мысленно и сердечно, возвращаясь к событиям минувших эпох. Именно культурная значимость того или иного места подчас заставляет задуматься о его сохранности в внешнем виде. Летний дом архиерея несколько десятков лет пребывал в запустении. Многие просто не замечали его. Теперь он в полной красе предстал перед горожанами. Эмоции получаешь только позитивные, потому что все настроены на продуктивную работу, на уборку, на сохранение памятников культурного наследия. Это возможность прикоснуться к той самой сибирской старине, внести свой вклад в чистоту города в том числе. Поэтому это очень важно, это очень здорово. Всего десятилетия назад на этом месте был лишь обветшавший братский корпус. Но благодаря совместным усилиям общества, государства и церкви, всех тех, кому не безразлична история нашего региона, в это место получилось вдохнуть новую жизнь.